Шутки шутками, а в Германии обеспокоены ситуацией. В Берлине заявили, что возмущены решением «Газпрома» расторгнуть газовые контракты с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штефан Зайберт и призвал обе компании выполнять решение Стокгольмского арбитража. А именно, российский поставщик должен выплатить «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов за недопоставку топлива и соблюдать условия договоров. А вот в ЕС предпочитают не вмешиваться в спор «Нафтогаза» и «Газпрома». Во всяком случае, пока. Такую позицию Еврокомиссия обнародовала на брифинге спикер Анна Кайса Итконен. Говорит, будут ждать следующих шагов Украины и России, пока следят за ситуацией. Тем не менее, предложили услуги посредника на переговорах по желанию сторон. Вмешаться в ситуацию все же призывает европейцев президент Петр Порошенко. По его словам, существует реальная угроза для энергетической безопасности Украины. Он также посоветовал Европе подумать и о безопасности собственной, ведь, по его словам, проект «Северный поток-2» может привести к монополии России на европейском рынке.